Ой, будь здоров, спасибо. Вон какую ямку выкопала Луночка. Луночка выкопала Луночку. Видите? Она с лопатой. Из одной в другую. Прячьтесь. Смотри, ну куда далеко. Иди на ручки, иди, моя красавица, иди на ручки. Кто там, посмотри, где? Иди скорее, иди. Иди ко мне. Проезжала машина, Ники испугалась. Иди ко мне, иди, моя девочка. Моя сладкая. Нет, нет, нет. Никто тебя не забирает. Не бойся, не бойся. Никто тебя не забирает. Нет, это просто машина проехала. Как она опасность почувствовала. Посмотрите, как она выглядывает. Хорошо, посмотрите. Так, нету никакой машины. Посмотри, вот так ручку вот так подставь головой. Никушечка, а Никуш, вот так посмотри, вот так, вот так, вот так, вот так ручку приложи к голове и смотри. Никуша, это не дядька Абдурауф был, это другой дядька был. Абдурауф с большой любовью и с большим уважением. Ты позволил это сделать, поэтому мы прикалываемся. И я думаю, тебе тоже будет приятно. Но ты писал, что ты их украдешь у нас. Поэтому я их и предупреждаю, чтобы они знали, как увидят дядьку Абдурауфа, чтобы бежали от него подальше ко мне. Мы еще их научим, на какой машине ты ездишь. Мы все узнаем. Да? Чтобы они боялись определенную марку машин. Моя красавица. Иди ко мне, моя девочка, иди. Кто ж тебя куда денет и отдаст? Иди, иди, я тебя пожалею. Иди, моя куколка, иди. Иди, боже мой. Все, уехала машина. Все, нету никаких дядек. Все, нету никаких. А ну посмотри. Не волнуйся. Какая она серьезная. Нету, нету никого, нету. Иди ко мне. Да нету никого. Это просто там по дороге есть. Ну хочешь, мы другое место будем искать, где нет машин, где не ездят машины. Хочешь? Она взволновалась, явно видно. Молодец, молодец. Правильно делаешь. Девочка моя красавица. Умная девочка, умная, очень умная девочка. Ты почему? Там опять кто-то ездит, да? Вон там машина проезжала вдалеке. Смотри, посмотри. И она сразу. Иди сюда, быстро, быстро беги ко мне. Иди ко мне. Иди, 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 иди. И вот у меня вопрос возникает. Слышишь, Никуся, а куда ты решила убежать? Кто тебя защитит? Скажи, пожалуйста. Спрячется она где-нибудь. Успокаивай ее, наоборот, она волнуется. Это не валяшка, как она. Ты боже мой. Никуша, домой поедем? Домой? А Никуша? Они эти разъездили здесь, девочку напугали нашу. Ничего я не поняла, да, что произошло? Ёбка моя, ёбка моя. Ничего не поняла.
Это кайфуша маленькая. Это серьезно. Высматривает все. Все, никого нет. Все, играйте, успокаивайся. Никого нет. Никого нет. Не могу я на нее без смеха смотреть. На этого Кинг-Конга маленького. Ай, как красиво. Дэнни, все там, да, не волнуйся, все хорошо, у тебя пятак весь в песке. А, нет, наверное, это пыльца с этих. Луночка, ты... Я буду жалеть. Опа, красавица. Девочка. Вот твоя. Какая ты кусистая у нас, да? Много полетиков у тебя. Много. Птички, да, пой? Тип-тип-тип-тип-тип. Ты, оператор юный, вали отсюда давай. Как у тебя получается, я не понимаю. Все настройки сбивать моментально. Все, она расстроенная. Домой поедем? Домой. Поедем домой? Пойдем к машине. Пойдем, штанишки одевать, пойдем. Пойдемте.